«Слушайте доктора». Добрый день, это программа «Слушайте доктора». У микрофона Светлана Занько. И сегодня наша беседа пойдет с главным врачом Северной клинической больницы скорой медицинской помощи Андреем Витальевичем Андроновым. Андрей Витальевич, добрый день. Добрый. Не прошло и полгода, как мы с вами встречались здесь, в этой студии. Здесь был тогда Дмитрий Александрович Курдюмов, еще не заместитель представителя правительства, а главный врач одной из больниц, ваш коллега. Мы встречались с вами совершенно по другому поводу. Мы встречались по поводу перспектив развития госпиталя ветеранов. Однако очень много чего изменилось в этом году в нашем регионе. И вот сейчас в другой совершенно должности вы здесь, в этой студии. И понятно, что перед вами поставлены очень серьезные задачи по поводу того, что нужно изменить в Северной клинической больнице и как это будет сказываться и на персонале, и на пациентах. Но об этих задачах чуть попозже. Почему мы сегодня здесь с вами в этой студии? Потому что Северной клинической больнице скорой медицинской помощи 75 лет. Вот буквально сегодня, когда мы записываем программу, 9 ноября, ей 75 лет. А в тот момент, когда наши слушатели эту программу слушают 11 числа, празднуется этот юбилей коллективом. Да. Ну, это серьезный очень возраст. Очень серьезный. И больница, конечно, имеет свой статус, имеет свою историю. Вот хотелось чуть-чуть буквально об истории больницы в двух словах напомнить нашим слушателям. Ну, больница на самом деле очень серьезная, с богатой, огромной историей. Надо сказать, что с 41 года, когда это был, появился медпункт на базе завода, который к нам приехал. Авитек, да, да, из Москвы эвакуировали. Преобразовался, развился в такую мощную, мощную больницу. Многофункциональную. Многофункциональную, да, которая оказывает помощь по многим профилям. Вот. Больница с огромной историей в большом смысле слова, что, допустим, редкий хирург, который работает не только в Кирове, а в области вообще, с нашей больницей не сталкивался. Так или иначе, практически все хирурги прошли в свое время школу Северной клинической больницы. А почему так случилось? Ну, это была база интернатуры, это была, в принципе... Вы ведь тоже там, да? Да, я тоже там проходил интернатуру в 94 году. Экстренная хирургия – это то, на чем всегда стояла хирургия Северной больницы. Там работали, проходили учебу очень многие уважаемые хирурги, которые сейчас составляют гордость нашей медицины. Вот. Экстренная хирургия – это экстренная то, что спасает жизнь человека. Да, совершенно верно. Это то, что вот скорая помощь приехала домой, пациента забрала и везет куда? Везет туда, где им реально могут помочь. В советские времена помимо Северной больницы оказывала помощь раз в день еще третья горбольница по хирургии, но сейчас эта вся помощь сосредоточена полностью на базе Северной клинической больницы. А в то время как раз, наверное, это же история и традиция как раз из Советского Союза. Все наши больницы, они так или иначе на чем-то специализировались. Правда же? Ну, экстренная хирургия, не только ведь экстренная хирургия была, есть в Северной больнице, это и гинекология, это кардиология, очень мощная кардиология, и там работают совершенно удивительные специалисты, возглавляют ее Варсегов. А потом поликлиника достаточно большая, которая прикреплена население не только города Кирова, филейки района, но это и Ганино, и близлежащие еще районы. Вот, то есть очень большой спектр оказания помощи. Ну вот я вам хочу сказать, что я-то, конечно, о Северной больнице прежде всего слушала и слышала, когда была сама беременная, и ты изучал, в каких больницах, в каких роддомах, как рожают, какие отзывы. И я знаю, что в Северной больнице очень многие женщины предпочитали рожать именно в силу того, что если у них что-то со здоровьем не так, то именно туда направляет, да,
рожениц, и кто-то предпочитал подстраховаться, и когда был выбор, могли выбирать, ехали туда рожать. Вообще экстренные роды вот такие тоже там же, да, в Северной больнице, насколько я понимаю, ну, да, в роддоме проводились. У нас достаточно, скажем так, сил и средств для оказания помощи именно беременным роженицам. А вот сейчас, в данный момент, мы немножко преобразуем наш у нас два родильных отделения, первое и второе. Мы их объединяем в одно, получаем достаточно такой серьезный родильный дом, делаем ряд внутренних своих перестановок, ремонты, и, в общем-то, перед нами задача поставлена организовать городской перинатальный центр. Я думаю, что в ближайшей перспективе мы это все сделаем. Ага, то есть у нас есть областной перинатальный центр, а на базе Северной больницы будет городской перинатальный центр. Ну, да, городской перинатальный центр. У нас немножечко будут разные цели и задачи. Да. Я думаю, это сейчас все в процессе обсуждения. А вот мы, я думаю, что будем достаточно плодотворно друг друга дополнять. Конкурировать с перинатальным центром никто не собирается, да это и совершенно не надо этого делать. Мощный такой хороший перинатальный центр со своими функциями, задачами. У нас будет немножко другая. Мы сосредоточимся, я думаю, на оказании экстрагенитальной патологии. Вот, сейчас мы об этом поговорим. Напомню нашим слушателям, что сегодня в программе «Слушайте доктора», главный врач Северной клинической больницы скорой помощи Андрей Витальевич Андронов. Мы начали с того, что 75 лет больница исполняется, и это действительно очень важно, что она сохранила свои традиции. Но и я так понимаю, что все-таки эти традиции и самые сильные черты там больницы, да, на чем она специализируется, будут сейчас еще усиливаться в процессе реорганизации. Потому что реорганизация уже запущена. Насколько я понимаю, из-под ведомства Северной клинической больницы уходит детская поликлиника и стоматологическая. Ну, по сути, ничего не меняется. Для клиента, для пациента ничего не меняется. Совершенно верно. Но и вы, соответственно, этим тоже уже не будете заниматься. Вы будете заниматься предметно тем, о чем мы начали говорить. Это будет перинатальный городской центр, и насколько понятно, что есть специалисты, понятно, что коллеги из перинатального центра областного, если чего-то не хватает по там специализациям как раз, они будут оказывать всяческую помощь. Вы наверняка сейчас совместно отрабатываете какие-то У нас хорошее, честное сотрудничество. Угу. Но надо будет проводить ремонт и, может быть, закупать какое-то оборудование, насколько я понимаю. А без этого никак нельзя. По-любому, у нас сейчас, в данный момент, мы этим занимаемся. Вот хотим сделать хорошую операционную, две палаты реанимации для детей и для женщин после родов, после оперативного лечения. Вот. Ну и свои кадровые внутренние перестановки. Создаем несколько структурных единиц. Отделение анестезиологии и реанимации в роддоме появится, неонатологическое отделение. И отдельные два отделения. Это родовое отделение и отделение, отдельная структурная единица. Это будет патология беременных. То есть в конечном итоге, ну, это существенное изменение. Увеличится, все на благо. Да, увеличится ли количество койко-мест, то есть прием пациентов? Ну, вот сейчас пациента. Два родильных отделения, первое и второе, 65 коек, оно таким и останется. Только качество пребывания женщин у нас, рожениц, они, я думаю, значительно улучшатся. Безопаснее будет рожать. Так, а количество персонала, который потребуется для работы в этом перинатальном центре? Существующие штатные нормативы мы, в общем-то, уже пересмотрели. В общем-то, в этом направлении большая работа уже проведена. Да, будем набирать специалистов еще к себе. То есть еще приглашать. Специалистов будете приглашать? Будем приглашать, да. В частности, например, кто требуется, вот сейчас вы уже видите? Анестезиологи, реаниматологи. Анестезиологи, потому что открывается новое отделение. Ну, да, надо будет. Здесь свои особенности есть по работе именно с детьми. Вы же знаете прекрасно все, что происходит, кто есть в наличии в городе Кирове. Прекрасно знаете своих коллег. Будем учить. А кого вы будете брать? Молодых специалистов или уже там зарекомендовавших себя? Как это происходит? Я просто не очень знаю. Ну, на данный момент мы уже заключили несколько договоров с выпускниками, которые придут к нам работать. Нашей медакадемии. Да, неонатологами. И в перспективе такие же будем договора заключать на обучение с реаниматологами,
которые будут специализироваться именно на оказании помощи как взрослым, так и детям в условиях родильного дома. Но эта работа ведется. А где они учатся, эти выпускники? В регионе или они куда-то посылаются в другие клиники? Они учатся здесь. Угу. Базовые знания получают они в перинатальном центре в детской областной клинической больнице, потому что школы очень мощные, очень хорошие, дают качественные знания и умения. Ну и если есть необходимость, мы, конечно, будем направлять в центральные базы. Тут никаких сомнений нет в этом. Андрей Витальевич, еще немного про персонал, который вы сейчас набираете и обучаете. Выпускники нашей медакадемии как приходят к вам? Вам рекомендуют их педагоги, там, самых лучших, или выбираете из того, что есть, что пришло, что откликнулось? Нет. Если человек хочет заниматься в какой-то профессии, в какой-то специальности, ну, скажем, я про себя скажу. Угу. Я ходил с третьего курса поддежуривать в экстренное хирургическое отделение, в первое, в Северной больнице. И таких студентов много. Они всегда были, есть и будут. То есть они с самого начала погружаются в профессию. И, как правило, к концу окончания института, еще до начала там ординатуры, они, как правило, определяются, где бы они хотели работать, чем бы они были хотели бы заниматься. И, как правило, этих студентов уже доктора знают. Вот, поэтому тут... Именно такие люди сейчас у вас. Потому что известные истории, об этом часто говорят, точно так же, как и педагоги, не все медики, окончившие академию, нашу или любую другую медицинскую, в медицину-то идут. Особенно в государственные клиники. В экстренной медицине проходимцев не бывает, там точно говорю. Там не остаются, да, такие люди, даже не попадают туда. Тяжелая работа. В медицине вообще тяжелая работа. Любая профессия в медицине заслуживает, на мой взгляд, огромного уважения и почета. Вот. И тем более, что если это касается экстренности, без вариантов. Вот на сегодняшний день авторитет доктора вообще, в принципе, достаточно, ну, так, немножко подорван. Ну, в чем-то подорван. А чувствуют так медики, да, что подорван, да, конечно, авторитет? По отношению даже пациентов, кто как вот приходит, как обращается. Не все, конечно, но разница чувствуется. То есть вы можете сравнить, как было, ну, конечно, и как это сейчас. Есть. И поднять авторитет врача на сегодняшний день – это основная задача всех. Не только докторов, но и СМИ в том числе. Да. Чтобы люди верили, шли. А специалисты у нас на самом деле очень хорошие. Ну, вот смотрите. Не только в Северной больнице, вообще, я имею в виду. Я понимаю, что вообще, конечно. Я поэтому вам такой вопрос и задала, потому что вы работали в нескольких клиниках, и вы знаете прекрасно своих коллег. Но, тем не менее, вот эти новые люди, которые придут, они должны будут влиться в коллектив, который с вот такой огромной историей, там, да, 75-летней историей этой больницы. И мне кажется, что люди, которые там работают, судя по вашим словам, что случайно не задерживаются, текучка-то из Северной клинической больницы небольшая. Если она и есть вообще. Ну, текучка кадров, она вообще всегда существует. Наша задача вот на сегодняшний день, вот я вижу перед собой, перед своими коллегами, и заключается именно в том, чтобы поднять заработную плату. Раз. Это очень хорошая задача, ну, перспектива. Так, а как иначе-то? Неплохая. Если заработная плата будет низкая, тоже будет работать-то. На одном энтузиазме, альтруизме долго. Ну, человек практически не сможет работать все равно. Он должен что-то кушать, что-то должен домой приносить. Вот. Поэтому одна из основных задач. Поднять заработную плату. Поднять... Создать условия для работы благоприятные. Современные. Да. Создать условия для личного совершенствования, то есть обучения, специализации. То есть вот этот момент очень важный, чтобы каждый специалист, врач это или медсестра, ну, чувствовали свой профессиональный рост и применяли это на практике. Вот это очень важно. Тем самым поднимая авторитет больницы, поликлиники, больницы, где человек работает. Вот это очень важно. А отсюда будет складываться и уважение. Вот отсюда будет, скажем так, все будут взаимовежливы. Вы сказали, что нужно изменить условия, в которых работают врачи. С одной стороны,
уже если зарплата будет постепенно там повышаться, и она будет стабильной, и будет предоставляться возможность обучаться и развиваться, это прекрасно. Любой специалист с удовольствием будет ходить на работу. С другой стороны, и вы уже об этом говорили сегодня, то есть начали говорить, больница будет претерпевать изменения. Кроме того, что откроются новые изменения, новые отделения, в которые будет поставлено новое оборудование, сами корпуса будут ли ремонтироваться, что будет происходить с палатами в наши тяжелые это времена? В настоящий момент у нас разработан, скажем так, план развития Северной клинической больницы, где мы, в общем-то, спланировали наши ремонты на ближайшую перспективу практически во всех отделениях стационара. Вот. Мы планируем провести косметический ремонт в поликлинике, взрослой поликлинике. Это где-то весна. Если все удачно сложится, то мы до июня месяца все это сделаем. Усовершенствовать ее электронной очередью. То есть поставить оборудование, при котором не будут все толпиться у окошек медрегистратора, а спокойно сидеть и ждать своей очереди. Как в травматологической клинике. Это совершенно замечательный опыт, его нужно перенимать и использовать, потому что там всегда была проблема в поликлинике. Сейчас этой проблемы там не существует, поэтому этот опыт нужно перенимать и его нужно применять на практике. Мы сейчас уже, в принципе, знаем, как это сделать и активно над этим работаем. Вот. Ну и территорию благоустроим. Так, это тоже интересно. Создадим парк, где там пациенты достаточно будут гулять. Там достаточно много места, целый городок, да. Вот. Попытаемся, заасфальтировать дорожки, потому что сейчас некоторые подъездные пути скорой в не очень хорошем, скажем так, состоянии. Если предположить, что скорая помощь везет больного с тем же перитонитом, и каждая кочка отдается ему болями в животе, то это очень актуально. Еще бы. Да, мы планируем это все сделать к лету. Вот в плане именно асфальтирования этих подъездных путей. Все. Разговаривал я с Валерием Николаевичем Владыкиным. Так, нашим с нынешним мэром. Да, он сам хирург. Он сам работал в Северной больнице Начмедом. Он прекрасно все наши... Такое ощущение, что все хирурги через Северную прошли. Он знает наши проблемы, в общем-то, обещал нам помочь в плане благоустройства. Мы надеемся, что это так все будет у нас. Все получится. Было бы желание. Планы уже совершенно четкие, они осязаемые. Они не просто четкие, они имеют конкретные временные рамки. Есть четкий план, который мы будем по-любому соблюдать, и мы это сделаем. А как коллектив воспринял эти новшества, нововведения и планы? Вы же их озвучили уже перед коллективом? Часть планов я озвучил. Все изменения к лучшему, как в фильме было сказано. Это вы им такое говорите. А люди, которые привыкли работать в одной... Коллектив на самом деле очень хороший, очень... Как они вас восприняли с вашими планами? Дело в том, что эти планы, они... Не ваши личные, я понимаю, конечно. Не новые для Северной больницы. Они были уже, да? Часть проектов уже начала реализовываться ранее. В общем-то, там, скажем так, в терапевтическом корпусе уже... Сделан современный оперблок, современная хирургическая реанимация. В планах переезд хирургических отделений в терапевтический корпус, потом он будет называться хирургическим. Гинекология уже там находится. И на первом этаже, когда мы эти все передвижения сделаем, когда кардиология переедет с терапии неврологии в тот корпус, где сейчас находится хирургия, мы там сделаем еще отделение экстренной неотложной помощи. То есть немножко реорганизуем нашу структуру оказания помощи экстренной, хирургической, гинекологической. Точка невозврата пройдена, поэтому все вперед, все получится. Это в конечном итоге
значительно будет лучше, чем сегодняшний день все мы имеем. Это очень радостно слышать такие планы, действительно. Но вот когда мы здесь разговаривали с тем же Дмитрием Александровичем Курдюмовым, как, вот, будучи главным врачом нашего центра травматологии, ортопедии и нейрохирургии, он рассказывал о том, как нужно главным врачам и вообще управленцам в медицине пользоваться возможностью, предоставленной для оказания помощи, благодаря которой идут деньги на счет больницы. Да? В частности, например, травматологическая больница активно рекламировала свои услуги по своим операциям в других регионах, привлекая таким образом пациентов и, в общем, зарабатывая деньги. У Северной больницы есть какие-то такие виды помощи медицинской, которые тоже приносили бы доходы больнице? Как в любой больнице у нас есть платные услуги, но на сегодняшний день... Нет, я так понимаю, что речь-то шла тогда как раз про ОМС. Нет, я понял. Я просто за счет специализации своей, и, там, за счет того, что вы себя рекламируете, за счет того, что вы себя позиционируете как лучше, народ идет к вам. Я поясню. Вот смотрите, есть платные услуги, есть оказание помощи, скажем так, иногородним пациентам. В рамках ОМС, да. О чем вот вы сейчас говорите, на сегодняшний день достаточно немало пациентов из других регионов уже лечится в Северной клинической больнице. Вот. Эту работу мы на сегодняшний день начинаем более активно развивать, но чтобы ее развивать, нужно создать условия. Мало иметь высококлассных специалистов, это очень важно, нужно еще создать условия. Чисто бытовые. Человек приехал и увидел, что здесь конечно, современные палаты, нормальные кровати, чистые белые там или какие-то зеленые стены, не обшарпанные, туалеты хорошие. Совершенно верно. В этом направлении мы тоже думаем об этом. И... То есть без этого никак? Никак. И после того, как это будет сделано, а насколько я понимаю, там в будущем году существенные изменения уже точно будут видны. В течение года мы это сделаем. В течение года. Тогда можно будет активно включать рекламную кампанию. В других регионах. Очень любят лечиться в Кировской области пациенты из Коми. Северяне, конечно, да. Традиционно. Вот. И им, в принципе, рекламировать в наши клиники, включая Северную клиническую больницу, сильно не надо. Так. Они и так ее знают, они едут, но может что-то и сдерживать. На сегодняшний день, может быть, наши возможности еще не совсем позволяют, вот, скажем так, всех желающих принимать, но это вопрос времени, когда мы, я думаю, что вряд ли, вот, проведя все вот эти наши структурные изменения, мы подойдем к тому, что мы будем помощь оказывать более активно всем желающим из других регионов. Я напоминаю, что сегодня в программе слушайте доктора, главный врач Северной клинической больницы скорой помощи Андрей Витальевич Андронов. Андрей Витальевич, мы так вскользь с вами прошлись по 75-летию. Ну, расскажите, как вы будете поздравлять своих коллег, как вы будете праздновать? 11 в 15:00 у нас будет торжественное собрание. Дом культуры «Семья», бывший дом культуры 20-го просъезда. Вот, там будет торжественное заседание. Мы ждем гостей. В лице кого? В лице наших руководителей. Зампреда вашего, да, Дмитрия Александровича Курдюмова. Наших руководителей, в том Министра. Числе руководителей города. Руководителей города, да. Владыкина. И Перескокова. Вот. Ну, будем поздравлять. Концерт. Грамоты. А концерт чьими силами? Своими. Своими. То есть, просто это показатель социальной жизни, которая происходит в учреждении. Насколько очень это активный профсоюз. Вот, кстати, интересно. Ольга Николаевна Земская очень активно этим все занимается, организует. Вот, есть, скажем так, группа, которая этим занимается, организует. Но с моей стороны всяческая поддержка. У нас будет выпущена брошюра, посвященная 75-летию. Нам в этом активно помог наш МИАЦ. На нее напечатали. Вот. Там вся история развития больницы. Очень важно, что там будут фотографии и, скажем так, краткая биография ветеранов, всех тех, кто работал в больнице, тех, к сожалению, которых уже нету с нами. Вот. Такая хорошая книжка получится.
тираж достаточный, чтобы всем сотрудникам больницы ее, ну, скажем так, раздать. Вот. Мы активно подтянули спонсоров. В общем-то, на организацию этого, вот этих всех мероприятий больничных денег не ушло. То есть, в общем-то, это очень важно. Это не коммерческие какие-то фирмы, это ну, государственные предприятия. Которые помогли больнице отметить этот хорошо юбилей. Но они будут приглашены, я надеюсь, конечно, ваши друзья, да, которые вам помогли. Да, да, да. И очень хорошо, что у вас есть самодеятельность, и люди будут петь и танцевать. Ну, КВН же медработников существует. КВН медработников. Ну, как там, медицинская лига. Кажется, просто, КВН, что социальная жизнь учреждения, это очень важно. То, в каких проектах люди участвуют, то, как они праздники отмечают, то, как они юбилеи отмечают. Это все показатель того, насколько здоров коллектив. Мы соберем ветеранов, для них специально организуем чаепитие 11-го. Вот. Тут тоже им подарки, грамоты от Совета ветеранов областного. Думаю, им будет тоже интересно, их немало. У нас есть участники войны, труженики тыла. В том числе тоже будут приглашены все в этом же Доме культуры, семья. А пациенты-то ваши знают, что больница столько лет исполняется? Не знают? Что может быть, насколько это важно? Мы дали информацию на сайте, на нашем. Да, у вас есть. Я как раз вот вижу, что крупными цифрами буквально. На нашем сайте информация есть. Потом была публикация в «Бизнес-новостях» в газете, тоже посвященная нашему юбилею. Так. Насколько можно, мы, в принципе, освещаем это. Это действительно очень хорошо, что такая старинная больница сейчас претерпевает новое рождение, практически, можно сказать. Очень хорошо, что новый этап, и что все развивается и идет вперед. Им, конечно, всяческих побед вам желаем в этом, потому что спасибо. Мы-то, конечно, в этом очень заинтересованы. Вот все каждый житель этого города. Мы живем в этом городе и планируем умереть в этом городе, поэтому все будет вперед. Ну, об этом можно и попозже, но с другой стороны, лучше уж действительно в комфортных условиях. Я, конечно, очень рада за то, что будут изменения, которые коснутся и пациентов, и коллектива. Самое главное, это очень важно. Ну и надеюсь, что мы посетим вас летом и посмотрим, как преобразуется территория, как преобразуются корпуса. Может быть, пообщаемся с коллективом и узнаем, как они себя чувствуют. Хотелось бы посмотреть на молодых специалистов, которых вы привлекаете, потому что это тоже очень важно, кто придет на смену и кто откроет новое направление. Удачи вам, Андрей Витальевич. Спасибо. Потому что работа огромная, работа очень серьезная, но не впервые уже, правда? Коллектив же? Серьезный, коллектив хороший. Коллектив поэтому, поможет. Да, конечно. Одному ничего не сделать, из коллектива можно все свернуть. Мы сегодня поздравляли Северную клиническую больницу скорой помощи, рассказывали о перспективах и о тех изменениях, которые сейчас уже происходят. И рассказывал нам об этом главный врач больницы Андрей Витальевич Андронов. Спасибо. Вам спасибо. Это была программа «Слушайте доктора». Я, Светлана Занько, прощаюсь с вами. До свидания. До свидания. «Слушайте доктора».